Ровным строем, перекрывая практически всю проезжую часть по проспекту Химиков, движется колонна спецтехники. Другим водителям, конечно, это создает неудобства, но по-другому очистку дороги не провести. Не успели коммунальщики отойти от обильных снегопадов в двухнедельной давности, как им снова пришлось перейти на усиленный режим работы. А это один из дворов Нижнекамска. Здесь специалисты сегодня расчищали стоянку. Как говорит водитель-механизатор Хусейн Зинатуллин, работать было бы проще, если бы не одно «но». Машина мешает. Вот же каждая машина вот одно место заезжает. Убирать надо. Если не уберешь, машину ставить некуда. Так что механизаторам приходится демонстрировать высочайшее мастерство, аккуратно в миллиметрах проезжая возле припаркованных автомобилей, чьи хозяева не удосужились их убрать. Но мало стоянку почистить, снег еще нужно вывести на полигон, а его набирается огромное количество. Вот такая огромная куча снега набралась при очистке лишь одной стоянки. Здесь примерно 25, а то и 30 тонн снега. Чтобы вывести все это, понадобится 6, а может быть даже 7 КАМАЗов. При этом расчистка двора еще продолжается. Вообще говорят, что у природы нет плохой погоды. Так же считает и водитель Гусман Галимулин. Этой зимой лопата и щетка в его машине чуть ли не главные детали. Уже и свою тактику разработал, как лучше сбрасывать снег с автомобиля. Ну смотрите, вот с той стороны снега нету. Вот сперва крышу, задняя часть стекла, потом передняя, ну боковые, потом передняя. Так более качественно получается? Да. Для меня так, удобно. На очистку машины у Гусмана Галимуллина сегодня ушло около 20 минут. Город, конечно, так быстро в порядок не приведешь, но специалисты работают в две смены ежедневно. Вот только погода их совсем не жалеет и продолжает испытывать на прочность. Александр Халин, Максим Липин, новости НТР.